девушки, помогите мне раздеться, потому что тут на мне все висит. Вы же слышите эфир? Я слышу эфир. Только я не могу говорить, потому как у меня совещание уже не... Давайте. Пожалуйста. Спасибо. Я сейчас на совещании. Вы сейчас на совещании, а куда именно? 701. Две секундочки, сейчас уточню кабинет. Мы продолжаем сопровождать Наталью Владимировну, но она сейчас уже движется на совещание, на которое она немножко опаздывает. И ей еще нужно по пути решить несколько вопросов, то есть на Вите с телефоном идет. То есть вот давайте мы проявим немножко понимание, но пока мы ее не отпускаем, пока мы с ней идем. Да, вот сейчас как раз мы поможем Наталье Владимировне сориентироваться в здании. Ребят, мы пока можем с вами общаться, задавать какие-то, если вопросы еще к Наталье Владимировне есть. Буквально последние минуты у нас нашего с вами эксклюзива идут. На каблуках, как вам, по Тверской гулять? Ну, это устойчиво, как будто специально для Москвы сделали. А на шпильках, конечно, это приятно. Потому что я помню, когда друзьями между совещанием, что мы не ребята решили показать это. Замечательно, что они больше, А вы на шпильках? Я на шпильках. Ну, вообще, если слово, то можно вообще... Да, простите, пожалуйста, маленькая девушка, штучка, мы с вами еще раз. Так. Продолжайте, вас плохо слышно было? Вот, поэтому, конечно, там надо так уметь маневрировать каблуками, чтобы не попасть в эти дырочки в брусчатке. Ну а кроссовки ты привезли с собой в Москву? Конечно. Бегать в спортзал ходить? Нет, в спортзал бегать у меня времени не было, когда я была в должности прокурора Республики Крым. Поэтому я уже, если честно, забыла. Да, пятый этаж, еще два этажа осталось осилить. Конечно. Вот. А так, если время будет, конечно, с удовольствием. Но я думаю, что времени все равно. Ну а думали же, допустим, дочка на осенний каникул приедет, куда вы ее поведете? Мы договаривались гулять в парках. В парках? Да. А ты за парком не просилась ли куда-то еще в театр, может, как в цирк московский? Ой, вы знаете, она у меня такая, что она везде просится, но в первую очередь, ну, это, конечно, парки. Это там, где можно общаться с ребенком, это там, где можно ей взять вот эту вот доску, на колесиках вот она хочет. Скейт? Кататься. Нет, не скейт, как-то по-другому сейчас. Модный скейт. А, тот, который вот так движется, да? Да, да, да. С музыкой. Поэтому будем искать. Так, мы с вами пришли на 7 этаж. 706 вам сказали? Да, 706. Так, ох, сейчас отдышим немножко. Так. 7, 2, 4, 7, 3, 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
поменьше кабинет. Ребята, мы сейчас идем не в кабинет Натальи Покловской, еще раз вам повторяю. Поэтому спрашивай, кто соседи, видимо, вы пока не знаете вообще, кто у вас. Я даже не знаю, чья я соседка. Вот, поэтому еще не определены кабинеты. Мы идем на совещание к руководителю фракционной группы. Здравствуйте. Вот, поэтому где будет мой кабинет, это еще пока неизвестно. Так, ну вот, видимо, 709, 710, 705, а вот 6. Все, спасибо. Спасибо вам, что вы. Всего хорошего. Удачного первого рабочего дня. Спасибо. Да.
Не хотят с нами делиться секретами, что было на совещании. И вот у Натальи Поклонской появился новый провожатый по этому заданию. Но я думаю, что мы еще увидим ее сегодня в 12 часов. В зале начинается пленарное заседание, на которое, собственно говоря, вот сегодня в роли депутата впервые Наталья Поклонская и прибыла.